I'm alive. Всем привет! Я наконец-то вышла на связь. Решила, что хватит мне плакать уже. Я все эти дни плачу. Знаете, повода особо нет. Я чувствую себя счастливой, удовлетворенной, но слезы сами текут, и поводы находятся из мелочей. Вот пришел Саня с работы. Я подумала о том, что я по нему скучаю, что мне его мало. И тут же плачу. То есть я об этом только подумала, я сижу, плачу, и все в шоке. А что ты плачешь? А что случилось? Или же там на меня кто-то прикрикнул. Или я подумала о том, что с Климом провожу мало времени. Не буду плакать сейчас. Я хочу, чтобы у меня наконец-то мое лицо отошло. Отечное. Я обещала себе больше не плакать. Тем более, что несправедливо как-то, будучи такой довольной, счастливой, удовлетворенной и сидеть рыдать. Но депрессия существует, гормональная, она есть, от нее никуда не деться, но надо бороться, брать себя в руки. Я пытаюсь наполнить себя разными позитивными мыслями, чтобы забыть про эту депрессию, но мысли сильнее меня. Знаете, когда я ходила беременная, я была на таком позитиве, причем позитив вот прям из меня ручьем лился. Он сам из ниоткуда брался. И также сейчас все с точностью наоборот происходит. Эта депрессуха, она берется из ниоткуда, и она сидит во мне. Не всем меня понять. Родители, Саня, Клим меня ругают за мои слезы, потому что нет повода для них. Но я думаю, мамочки, которые недавно родили, поймут меня. Столько хочется всего вам рассказать про роддом. Много вопросов, сколько я заплатила. Роды естественные в Рахате стоят 468 тысяч тенге, плюс еще 100 тысяч тенге эпидуралка. Но, оглядываясь назад, я бы заплатила вновь эти деньги, потому что это реально того стоило. Я рожала как королева, все 2 дня провела с мамой рядом, Клим пришел ко мне, Саня приходил, в общем, я не чувствовала себя какой-то ущемленной, покинутой, брошенной. И я безумно рада, что я все-таки решилась, заплатила эти деньги и рожала именно там. Потому что у меня специально была цель не платить за ведение беременности, сэкономить на этом и лучше заплатить за сами роды, за свой комфорт, и это того стоило. Продолжим разговор с Вовой, он потихоньку просыпается. Знаете, у кого-то во время беременности отекает лицо, нос, губы, глаза. У меня во время беременности вообще ни грамма отеков не было, я счастливая женщина была, а сейчас я страдаю. В общем, все рекомендации по тому, как уменьшить свои отеки, я принимаю и буду пользоваться всем. Я делаю зарядку свою противоотечную, прыжки по утрам, сплю на подушке повыше, как и прежде. Что еще? Контролирую жидкость, соленая. Пить цикорий, потому что он хоть чуть-чуть мочегонный. И возня, возня. Ну, вот такая вот возня у нас чуть-чуть перед тем, как он проснется, покакает. Но в целом я довольна всем, мы ночью спим, примерно 3 раза за ночь я кормлю Вову, он так начинает вякать, я ему подсовываю грудь, он пососет и дальше спит, как и мы, впрочем. Подушка, кстати, очень удобная, можно руки свободные, и при этом я кормлю, и в правильной позе лежит ребенок. А по поводу Клима, когда я первый раз, родив Вову, увидела Клима, конечно же, первая мысль – большие руки. Я каждый раз, как я смотрю на Клима руки, мне вновь хочется рыдать. Сразу накрывает мысли о том, что совсем недавно Клим был такой же, вроде как недавно я его родила. Но это уже у меня не Клим, а Клим большой мальчик. Нет, все, хватит плакать, хватит плакать. Ну, короче, я еще не готова, оказывается, говорить об этом. Я помню себя, свои мысли о том, как же я полюблю второго ребенка, ведь у меня есть Клим, который центр вселенной для меня, и тем более мальчик, как можно полюбить другого ребенка-мальчика.
эти мысли настолько обманчивы, им не стоит доверять вообще, они ошибочны. И я теперь понимаю, сколько людей живут в заблуждении. Вы убедитесь в этом только, когда у вас появится второй ребенок. Я вам рекомендую, не живите в этом заблуждении, не питайтесь ими, это неправда. Нужно иметь второго ребенка, и вы полюбите его, и сделаете лучше для своего первого ребенка. Я рада, что все-таки Вселенная, Господь мне подарили второго ребенка, и сейчас мне стыдно за свои прежние мысли. Я сейчас так не думаю вообще, и понимаю, насколько я заблуждалась. Сейчас поначалу мне казалось, что вроде бы Клим, но сейчас это не Клим. Я понимаю, что это другой ребенок, и я уже вижу отличия в характере, даже в том, сколько он сосет, насколько он ням-нямчик. Он намного больше любит поесть, пососать молочко, чем Клим. Мне кажется, Клим совсем чуть-чуть ел, и я мучилась, помню, он не высасывал все молоко, которое у меня было. Я каждый день, каждую ночь благодарю Бога за то, что все-таки он у нас появился. Мое маленькое чудо. Большое спасибо вам за поддержку. Очень много мам мне писали, насколько это неправда. И я это почувствую только, когда у меня появится второй ребенок. Спасибо вам, вы были правы во всем на 100%. Я вас обнимаю. У меня уже рука отваливается. Вот, как я и говорила, поел и опять спать. Даже не просыпаясь. Говорит, 20 мая, тут уже клубника поспела. Класс. Мы первый раз с Вовчиком вышли на прогулку. Идем за Климом в детский сад. Я ему обещала забрать его. Получается у тебя? Ну, класс. А, здрасте. Да. Я переживала за Вовчика. Почему? Ой. Потому что... его кто-то ударит. Ну ты же есть у него. Ты же не позволишь, да? А если он скажет нечаянно, я его прощу, нет, я его не прощу. Ну да, нечаянно не считается. Нельзя деток обижать нечаянно. Климось, меня жди. Нет, да, так. Давай, кати. Мам. Получается? Мам, только можно коляску ты потом повезешь. Когда ты будешь мороженое кушать? Угу. Хорошо. Ну давай, расскажи еще. Какой у нас Вовчик? Милый и хороший. Самый главный в семье. А я думала, ты главный. Ну, мы вместе главные. Да, вы одна команда, да? Ага. Так. Кажется, тебе придется самому сходить за мороженым. Ну, хорошо? А кто деньги будут отплатывать? Я тебе дам деньги. Поехали. Что вы там делаете? Играемся с Вовчиком. Ты его не разбудил? Нет. Все, поехали с Вовчиком гулять. С Вовчиком поедем? Да. Давай сначала курточку ты оденешь прохладно? Нет. Сыночка, одень. Ну, прохладно. Нет, мама. Почему? Вот я взяла. Нет, мам, оставь ее. Мне и так тепло. Завтра. Ну, хорошо. Ну, как там Вовчик? Давай посмотрим, он не проснулся. Я второе одеялко ему сделала. Нет, спит. Как младенец, да? Угу. А он и есть младенец. Да. Мам,
Можно я в лоцу засуну палец? Зачем? А! Зачем? А! Застряло что-то? Ага. Можно. Чипчики. Ага. Можно? Можно. Ты же уже засунул. Нашли здесь целую армию жучков. Они прячутся, блин. Сына, не надо так. Вот здесь вообще логово настоящее каких-то противных красных солдатиков. Я безумно рада, что мне сегодня удалось забрать Клима, погулять с ним. На душе у меня спокойно. Не могу! Сына, да ладно, успокойся. Пусть они живут там своей семьей. Они вот листики едят. У нас сегодня ужин праздничный. Салатик. Клубничка. Кушай на здоровье. И курица вкусная с картошечкой. Мама просто ее смазывает майонезом и кетчупом, да? Нет, только майонезом. Соль и майонез. А, соль и майонез. И все. Вау, картошка. Будешь картошку? Антошка, пойдем класть картошку. Классный. Давай, вот тебе вилочку и картошечку. Кушай по одной пока. Мы настроили видеоняню, радионяню, видеоняню. Дай покажу, сыночка. Ну, солнышко, на секундочку, вот. Вовчик там спит, да? Можно за ним наблюдать. А вот тут камера стоит. Давай ты говори, а я тебя там слушать буду, ладно? А вот и Климочка. Дурачок. Нет, ты свое лицо сними. Ой. Как слышно? Ты свое лицо сними, что ты? Во, привет, я тебя вижу. Такой хорошенький. Зубастик. Снимай. Вот такая у нас радионяня. Мы купили ее в Мардине онлайн, в онлайн-магазине. Кажется, ссылочку оставлю вам внизу, если хотите, посмотрите. Может быть, кому-то тоже нужно. Пойдем. Давай я буду давать сигналы, ладно? Ты тут будешь? Клим, ты тут будь? Иди сюда, смотри на маму. Ты что-то кричишь? А скажи что-нибудь. Привет. Привет, что вы там делаете? О, как хорошо тебя слышно. Хорошо, да. Маме слышно? Вот кошмар. Ты видно с Вовчиком вместе? Да. Нет, только тебя видно. Угу. А так, во, вот так, да, видно. Да, вот так. Всем привет! Прием камеры работает, вы меня слышите? Туда близко не подходи, будет пищать, Клим. Клим опять пошел к Вове. Ой, ужас. Ты что за ужастики снимаешь? Это фильм ужасов. Клим, страшно прям. Саня тут нагрыз семечки. Я пойду купаться и будем сейчас спать. Климочка остался у бабушки Лизи. Мы с Вовчиком. Чего зайчиком? Он нам дает спать, мы ночью спим. Саня не даст соврать, да? Вроде проспался. Не, ну он просыпается, ням-ням-ням-ням-ням-ням и дальше спит. Пусть так и дальше будет. Спасибо вам большое за поддержку, что вы есть. Увидимся в следующем влоге. Всем пока-пока.